привет, привет, меня зовут Артём, и мне 6 лет. Вы спрашиваете, как я провел лето? Да отлично его провел. Я был в городе, за городом, купался в озере, в бассейне. Я бабушке помогал с огородом, собирал сам ягоды, клубнику. Это чеснок. Вот так обычно. Так. Чеснок, чесночок. Вот это у нас огурчики. Вырастил настоящую личную тыкву. А теперь будем ждать Хэллоуин. А еще мы с папой строили баню по этому макету. Вот какой он у нас. Свободное от работы времени играл с нашими любимыми бонстиками. Вот это бонмобиль, а вот это космический корабль, на котором летают бонстики. Вот такие у нас первые бонстики, вот вторые бонстики, а вот третьи, но они бонстики, а стикеры. В общем, лето удалось, теперь жду следующее. Пока-пока!